мы небо. Ольга Зеленская и Ирина Косташев. Встречаем. А вы правда готовились к открытому микрофону? Может быть, вы начнете с того, что что-нибудь расскажете? Добрый вечер. Добрый. Оля сегодня решила побасить. Забавно басит уже. На белом листе. Что тебе сказать еще? Раз, два, три. А можно голос Эрику чуть-чуть? Ау. Отлично. Нежной тонкою струной под утро сон вернется.
вечную, ну а пока разгоняемся на старых. Только потом. Если встанешь утром рано, настроение только в гробу. Нет ни капель, ни нирваны, лишь зевота и озноб. Постарайся потянуться, распрямиться и послать все и все, кто почему-то сделал жизнь твою не сласть. Ну, а потом? Thank you.
Сейчас новая песня, она тоже немножко про весла и про воду. Называется она «Берега». Это впечатление от моего летнего похода этого года по Белому морю. Thank you.
Спасибо. Для нас выступали Ольга Зелинская и Эрик Асташев, дуэт «Небо». Искренне рекомендую подписаться на их группу ВКонтакте по той простой причине, что у них часто бывают концерты, которые вот Вадик вот за 2 месяца планирует, а у них бывает там, дня за 4. Так что, если не хотите пропускать, подписывайтесь на новости. Они обязательно вам сообщат. А наш вечер продолжается, и я хочу пригласить на сцену Елену Манкет. Давайте вместе встретим. Здравствуйте всех с прошедшими праздниками. Я начну со стихотворения, которое больше относится, наверное, к религиозным нашим праздникам, ну и к крещению в том числе. Стихотворение называется «Благодарю, мой Бог». Благодарю Тебя всем сердцем за право жить в ладу с собой и выбирать из многих версий свой путь, зовущийся судьбой. Вкушать и манну, и полову, и за возможность испытать венец терновый и лавровый, грозу, покоя благодать, за радость быть открытой миру, за счастье искренне любить, носить рубашкою на вырост надежду, свет души дарить и обращать в поток мистерий череду падений и побед, и в птичьих перелетах мерить дорогу от себя к тебе. Но без любовной лирики никак. Итак, стихотворение называется «Хрустале». Рябиновый привкус мартини и старенький плед, где в каждую клеточку шепотом вписано имя. Да оберег счастья, обычный трамвайный билет. Пол жизни с дешевым колечком в шкатулке хранимый. В груди неизбывный рефрен: не судьба, не судьба. Звенит в хрустале нашей памяти эхо стаккато. Заветные руны касаний и губ ворожба до срока разгаданы были любви адресатом. Условности путы, игра, затянувшийся блиц. Короткие встречи — всего лишь плохая привычка. Росинками нежность на кончиках мокрых ресниц. Упрямая чиркает спичку, чиркает сердце горелую спичку. Ну, если можно, одно коротенькое стихотворение программы. Над головой зеленый абажур, на кухне вкусно пахнет пирогами, а за окном январь играет сюр, сложив из снов игрушки оригами. Хранитель неба сыплет звездопад в кормушки птицам, снившимся когда-то. Блаженно жмурясь, бликами лампад бросает полночь лунная стакката. Под фонарем ликуют в пустоте лекала вьюг февральского раскроя. До тени обрываются со стен, кружат из мрака вылетевшим роем. Из лабиринтов мыслей без купюр бегут слова короткими шагами. Над головой зеленый абажур, и зелен чай, и пахнет пирогами.
Для нас выступала Елена Бланкет. Давайте еще раз ей поблагодарим. И осталось время послушать еще и, может быть, спеть. На сцену приглашается Сергей Нотик. Аплодисменты большому. Спасибо. Приходите в «Бортову пару», Сергей Зельбортрадио. Собственно, он же и ведет открытый микрофон. Я думаю, ему есть что сейчас будет вам рассказать. Сегодня как-то рассказывать никто не спешит. Но мы, правда, не очень активно спрашиваем. Правда, еще рассказывать надо. Ты можешь рассказать про открытый микрофон, а не про себя, Сережа. Да. Да. А можешь про парус рассказать, если хочешь. Ну. Это неожиданно для меня, что же. У нас на радио проходит программа «Открытый микрофон». Туда присылают свои песни, произведения разные авторы и исполнители. И мы раз в месяц все это дело выпускаем в эфир, то есть рассказ небольшой об авторе. Фотография, конечно, там присылают фотографии, чтобы мы могли на, так сказать, на страничку передач повесить. Вот, и в открытом эфире, там, где-то 2 часа, по вторникам обычно бывает, в начале месяца, 2 часа с 10 до 12 ночи программа проходит. То есть я прихожу с работы заранее, там, конечно, всех там, выбираю песни, потому что присылают по 20, по 30 песен, все это нужно переслушать. Вот. Вот, выбираю там по 2, по 3 песни. Вот, и это все. Вот так вот и идет. А тут, поскольку иногда присылают такое, что просто нельзя поставить в эфир, потому что очень плохого качества, вот, пришла идея сделать вот такой вот открытый микрофон. У нас прошел один уже в парусе. И вот сейчас здесь. Ну, вот, в общем-то, и все. Дмитрий Кемерфельд, музыка Валерия Сергеева. Вьюга бродит, как слепая.
поделаешь, зима. Скоро лежим с ним, как в постель, укрой на ней дудись.
78-й парой. Выйдем раздеться с долгами за ошибки и за прожитые лета, и за песни, что пока еще не спеты, за друзей, которых часто провожаем, и за то, что сами редко уезжаем. Доводи, доводи, но это не беда, коль скоро осень на исходе. Уйдут друзья, пусть даже на года, они когда-нибудь приходят. Уйдем мы, ну чё же тут беда, вернемся, как в апреле птицы, от любви уходим навсегда. С этим трудно расплатиться. Где-то ветер роет след наш, забывая, забываем, ничего не забывая. Так и носим мы с собою волю шива, груз любимых песен счастья и ошибок. Ну что ж, что осень кажется долга, мы в нетерпении терпеливы. Сквозь дождь туманом она видны снега, и мы долгам бросаем вызов. И в этот год, как будто в первый раз, и, слава Богу, не последний, уходим мы к себе, бежим от нас, и возвращаемся по следу. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчет замерзает в теплом доме, и уходим отогреться на морозе. Где-то ветер рвется, лед нас задувая, забывая, ничего не забывая, так и носим мы с собой ворошиво, груз любимых песен счастья и ошибок.
вселенскую мглу. Я бомж с ноутбуком, но в целом в твоем я прописан углу. Ты жди, я вернусь отовсюду. Конечно же, не навсегда. Для нас выступал Сергей Нотик. Давайте мы поаплодируем. Но со сцены мы его не отпустим. Как вы знаете, друзья, у нас есть традиция. Мы поздравляем наших друзей с днем рождения, нашей команды, да, поздравительной песней. Поскольку тут немножко сдвинулись даты, да, с переносом нашей встречи. В общем, начали неделю назад, в общем, да, был день рождения у Андрея Зеленского. К сожалению, он сейчас до нас доехать не смог. Но мы ему таки передадим видео привет. Он нас смотрит в трансляции. Поэтому на сцену поднимается Вадим Елисеев, Эрик Асташев, я, а Сережа там остается. Ой, а что это такое? Вот, и мы таки, значит, споем ему поздравительную песню. Лучший наш друг, верный наш друг, будет всегда с тобой.
и ревнуй.